Далеко от моего дома находится дом книги Исрадон. Вот сейчас я хочу туда зайти и показать книжки. И вообще много книг, хороший магазин, но улица грязнючая, даже стыдно показывать. Вот захожу в магазин. Здесь сувениры продают на все случаи жизни. По ступенькам спускаюсь, чтобы не навернуться. И детские игрушки тоже тут есть. Это русский магазин книги. Здесь цена 1 плюс половина. Ничего не поймешь. Дом книги Исрадон. Вот об этой книге рассказывали. Очень хорошая. Я слышала. Рерих «Творческий путь». Альбом биографии. Более 500 картин и уникальных фото. Да, шикарная книга. На день рождения кому-то подари. Ой, правда?